Итак, мужики, всем привет! Сегодня необычный видос, не про технику, не про самоделки, а вот что будет у нас, мужики. Вот сомики приехали. Приехали сомики, африканские какие-то. Не знаю. Посмотрим, какие вот они. Такие красавцы, сколько тут их штук. 7 штук. Ну, вот сейчас мы пойдем их выпускать в речку нашу. Пускай живут. Ух, звери. Просто звери. Скользкие. Ну да ладно. Нормальные такие ребята. Речка у нас вон там. Вот. Все. Погнал я, короче, до воды. Будем выпускать. Зарыблять. Так, мы находимся на нашей речке. Здесь, на природе. Вот, привезли. Сейчас будем выпускать африканских сомиков в нашу речку для развода. Вот они маленькие, из Африки. Называются белопузые. Африканские сомики. Сейчас будем выпускать их вот сюда, в нашу речку. Так, итак. Вот мы на речку пришли, на нашу. Вот они, сомики. Будем выпускать. Ух, зверики. Белопузые какие. Вот выпуск маленького сомика. Обязательно целовать надо. Ага, попробую подержи. О, поплыли. Сам ушел один. Нормально. Оба. А ну. Белопузые африканские сомики на развод. Пошел. А ну, Саня, тебе оставлю трешечку. Саньком, оба, иди сюда. Ты какие прямо, я не знаю. Шустрые. Живенькие. Ты с одной рукой так неудобно. Иди сюда, во. А ну. Ух, шустрые, быстрые. Вот все так вот. Для развода нашей речи. Вот. Санечек тоже ведет свой инстаграм. Выпускай, пока не уплыли. Не уплыли. Придется догонять. Такая вот штука. Вот. Вот производим выпуск маленьких сомиков. Такие шустренькие, живенькие. Надо обычно их, конечно, поцеловать. Вот. Он их всегда целует рыбу. И погнал на развод. Хорошо, пошел. Так и корыто уплывет. Маленький белопузый. Шустрые ребята. И последний. Папку-мамку приведешь, когда вырастешь. Давай с Богом. Вот произошел выпуск на наш водоем. Такие вот дела. О, чашку пока доставай. Ага. Вот. Дамба там. Вот от той дамбы и до той дамбы у нас получается 3,5 километра. И ширина речки, я не знаю, сколько здесь метров. Около 500, может, 400. Как бы так. Пускай растут, может, разведутся. Хотя здесь есть сом наш большой. Вот видос валом последнего поймали на... Насколько последнего поймал? 68. На 68 килограмм. Вот, точнее, не последнего, а крайнего. Вот, их поймали буквально вот там. Это мы точно знаем, это мы уже видели, видосы есть.
взвешивали двумя заходами, манипулятором подвешивали. Вот как-то так. Но эти, я думаю, вырастут быстро. Рыбы хватает, живности всякой хватает, все тут есть. Все, всем пока. Вот выпуск маленького сомика. Обязательно целовать надо. О, поплыли. Ну, белопузые африканские сомики на развод. Пошел. Ну, Саня, тебе оставлю трешечку. Самком. Опа, иди сюда. Какие прямо, я не знаю. Шустрые, шустрые. Шустрые. Живенькие. Одна рука, неудобно. Иди сюда, во. А ну. Ух, шустрые, быстрые. Сомики для развода нашей речки. Санечек тоже ведет свой инстаграм. Вот производим выпуск маленьких сомиков. Такие шустренькие, живенькие. Надо обычно их, конечно, поцеловать. Вот сомика поцеловать. Оп, и погнал, погнал, погнал на развод. А, ух ты, так и корыто уплывет. Маленький белопузый. Шустрые ребята. И последний. Папку-мамку приведешь, когда вырастешь. Давай с Богом. Вот произошел выпуск на нашу водоем природу.